Как-то раз искал на попу приключений в зимнем бионе. Услышал крик ворона вдалеке, и мне стало очень интересно. Я шел на крик ворона и нашел какой-то домик в лесу. Но чтобы не рисковать, я решил дождаться ночи. Постоянные душераздирающие звуки смущали меня. И этот туман, который взялся откуда ни возьмись. Но я решился, собрался с духом и зашел туда. Эй, люди, есть кто живой? Но в ответ я услышал одну тишину. Сэр, с вами все в порядке? Мне показалось, лучше его не трогать. Сзади дома я обнаружил чьи-то могилы. И как мне показалось, это алтарь, жертвоприношение. И мне стало моторошно на душе.
Ну тебя нахер, короче.